Зрителям, подписчикам, доброе утро. Будем сегодня монтировать теплицу Легенда 2,5×4 на брусе. Пока приехали, разгрузились, начинаем собирать. Каркас теплицы у нас готов. Обшили стены поликом. Установили переливы. Сейчас начнем крыть крышу. Начался у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5×4. Идем смотреть. Цельная дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40×40. Покраска полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители, имеется система подвязки. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150 пропитан, пропитан и закреплен к земле с помощью якорей. Покрыта теплица поликарбонатом толщиной 4 мм, плотность 0,8. Вот такая отличная, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх. Всем пока.